Лето продолжается. Как его проводят дети, узнал мой коллега Никита Панин. Он побывал в детском лагере в школе номер 7. Мы сегодня были в салоне красоты, и нас заплетала Валентина Павловна. Валентина Павловна – это учитель начальных классов школы номер 7. Красивые прически девочкам она сделала по своей личной инициативе. Стремление организовывать детям интересный досуг – один из главных принципов работы воспитателей летнего лагеря. Мы еще и гуляем, мы делаем зарядку, идем на завтрак, на обед, на полник, спим. Мы еще ходим в театр, катаемся на аттракционах. Гуляем в роще. В летнем лагере ребятам предлагается проявить себя в самых разных сферах: рисование, пение, спортивные и интеллектуальные игры. Здесь постоянно проходят звездный час, веселые старты и даже зорница. Детей делят на 8 команд, а затем поэтапно дают им задания. Будет здесь и спортивные какие-то состязания, интеллектуальные задания будут, на ловкость, на скорость, знания. Значит, музыкальный будет тоже у нас такой этап. Ну и связано с медициной, то есть оказать первую медицинскую помощь. Лагерный день 7-й школы начинается в 8:00, заканчивается в 17 часов. Одно из самых ярких ежедневных событий – коллективная утренняя зарядка. На спортивную площадку одновременно выходят все воспитанники лагеря, а это более 100 человек. На протяжении дня детей водят в городской парк, театр, библиотеку, на экскурсии в музей и другие городские учреждения. Во время таких походов особую роль играет безопасность малышей. По сравнению со школой в летнем лагере это важно вдвойне. Здесь внимание вдвойне больше, потому что мы отвечаем за жизнь и безопасность детей и несем ответственность на прогулках, в парке, даже здесь, вот на территории школы, в здании нашей школы. Поэтому ответственность огромная. То есть наша задача – уберечь детей и здоровыми. Как признаются сами дети, развлечений им точно хватает. И от такого насыщенного отдыха многие из них даже мечтают о наступлении тихого часа. Самое интересное, когда мы после обеда ложимся спать. Потому что мы с гулянки приходим, покушаем и сразу ложимся отдыхать. Мне тоже нравится спать. Потому что это интересно, потому что мы еще интересные сны видим. Я тоже устаю. Как и в других школах города, смена в летнем лагере 7-й школы закончится в конце июня. Никита Панин, Александр Михайлов, телекомпания «Лобня».